Авария возле Пензятки случилась в 7 утра. На трассе было скользко, рассказывают сельчане, и туманно. Есть мнение, что из-за этого водитель одной из пострадавших легковушек не справился с управлением и выехал навстречу. 35-летний водитель автомашины ВАЗ-2110 по предварительным данным выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Шевроле Клан». В результате данного дорожно-транспортного происшествия трое пассажиров автомашины ВАЗ-2110 от полученных травм скончались. Кроме того, травмы получили водитель и пассажир автомашины ВАЗ-2110 и водитель и пассажир автомашины «Шевроле». Водитель ВАЗовской «десятки», предварительно она и стала причиной аварии, был житель Ульяновской области. Он вместе с тремя коллегами возвращался из Москвы. В столице мужчины работали вахтовым методом и после очередной смены спешили домой. Сейчас те, кто выражает соболезнования на странице социальных сетей, говорят, водил погибший, всегда аккуратно. И что случилось утром на трассе в Мордовии возле села Пензятка, сейчас выясняют правоохранители. Не исключено, что мужчина заснул за рулем. Три его пассажира тоже погибли, не дождавшись скорой помощи. Остальные четверо, они ехали в иномарке, получили различные травмы и сейчас находятся в больницах Саранска. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту и назначили необходимые экспертизы. Людмила Кусерова, «Наши новости».